Gennady, Triple G, Golovkin. Мысли о завоевании этого звания мешают британцу заснуть. Чемпион мира в полусреднем весе по версии IBF британец Келл Брук заявил, что победа над чемпионом WBA, IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкин сделает его лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории pound for pound. Я определенно стану лучшим pound for pound. Я поднимаюсь на две весовые категории, и этот бой обещает быть невероятным. Он вознесет меня на первую строчку pound for pound. Единственная вещь, которая мешает мне заснуть, это мысли о завоевании этого звания и о том, что я стану лучшим в этой игре. Теперь Брука boxingscene.com. Между тем, экс-чемпион мира в первом тяжелом весе британский боксер Джонни Нельсон узнал не самую приятную новость для Брука. По его словам, он слышал, что Головкин во время спарринга нокаутировал полутяжелого веса Сергея Ковалева. Нельсон считает, что это обстоятельство может внушить страх британцу. Напомним, бой Брук состоится 10 сентября в Лондоне на арене О2, вмещающей до 20 тысяч зрителей. В прямом эфире его покажет телеканалы Казахстан и Казспорт.